Представляю вашему вниманию программу, созданную специально для Samsung Galaxy S. Итак, чем же она так хороша? И для чего нужна она вообще? Программа эта позволяет передавать данные с компьютера на телефон или с телефона на компьютер. Но чем же она оригинальна, на мой взгляд, так это вот таким вот макаром передаются тут данные-то. Итак, показываю. Например, вот делаем, так сказать, фокусировку вот на этот аудиофайл. Вот, сейчас я покажу. К сожалению, сейчас попытаюсь показать лучше. Вот, видите, да? Нажимаю. Оп. Форт Бояр. Оп, пошла загрузка. Все, он сохранился. Сохранился на MT SD Card Snap and Go Форт Бояр. OST. Нажимаем ОК. И так, в принципе, с любой файл с рабочего стола или с любого диска компьютера можно занести на смартфон. Вот так.